Всем привет! Сегодня 2 января, и что я хочу вам показать. Вот у меня в таком контейнере находятся мои растюшки, гортензии, крупнолистная вот в данном случае. Хочу показать гортензию Сулунгсани, очень красивая. Я ее черенковала деревянным черенком, вот видно отсюда. Стояла она у меня вот в этом контейнере, крышка накрыта. Здесь очень хорошая влажность, высокая. И от того, что хорошая влажность, далее мало того, что деревянный черенок укоренился. И вот видно, что... Одной рукой держу, просто не очень удобно сейчас поставлю. Вот. И видно, что от верхних отростков вот пошли корни. Что я хочу сейчас сделать? С нижнего от корня пошел уже... Вот, видите, какой хороший росточек. Верхние сейчас, вот это вот, два, как же показать-то? Вот, видите, какие корни там. Я сейчас хочу вот так вот отрезать. Здесь уже корневая хорошая. Посажу, и получится на деревянном черенке. Ой. Показать не могу никак. Сейчас я его положу вот так. Во. Так лучше видно. Вот. Я сейчас вот так вот отрежу. На деревянном черенке оставлю вот эти вот два побега. Они будут мощные, сильные. А здесь останется вот этот побег. И от корня пошел, который мощный побег. То есть и этот куст будет хорошеньким. И даже в этом году зацветет. И этот куст будет мощный и сильный. И тоже вполне себе вероятно, что он зацветет уже в этом году. Вот такая история.